Отсутствие светофорных знаков, велосипедной дорожки и далекое расположение автобусных остановок. Народные ревизоры озвучили замечания по ремонту трассы Морпорт-Аэропорт на Камчатке на заседании, которое провел заместитель председателя правительства региона Сергей Миронов с народными активистами и представителями профильных ведомств. Проектировщики все приняли наши замечания и недочеты к себе на исполнение. Можем сказать, что в течение этих двух дней проектировщиками были установлены дополнительные водоотводы, были укреплены некоторые участки дороги, отсыпи от нее это сделаны, и плюс было три раза включение проектного освещения, что для автодороги такого уровня как бы является очень необходимым. Заместитель председателя правительства региона отметил, дорога Морпорт-Аэропорт соответствует всем требованиям и нормам безопасности. А замечания, которые были выявлены в ходе приемки трассы, устранят в период летней эксплуатации дороги. Элементы фото-видеофиксации, которые направлены в первую очередь на безопасность дорожного движения. И мы уже за этот месяц отметили, что идет значительное снижение скоростного режима на данной трассе. Дальше мы посмотрим в течение зимнего периода, как будет эксплуатироваться данная дорога и содержаться. В завершении зимнего периода мы уже сядем еще раз обсудить с общественной палатой, какие проблемные вопросы возникают в ходе эксплуатации данной дороги. Нужно все проблемы, которые выявили, да, их нужно разделить на две. Одна – это та группа проблем, которые еще можно сейчас успеть сделать до того времени, когда снег прекратит всякие строительные дорожные работы. Второе – это нужно посмотреть и делать тогда, когда наступит летний период. Напомним, реконструкция федеральной трассы Морпорт-Аэропорт началась в прошлом году. За это время подрядчик уложил 34 километра асфальтобетонного покрытия по современным технологиям. Установил камеры фото-видеофиксации, больше 20 новых светофоров и автобусных остановок. Установку оставшихся светофоров также завершат до конца года, как и все работы по обустройству тротуаров, остановочных павильонов и освещения. Полностью ремонт федеральной автомобильной дороги от морского порта Петропавловск-Камчатский к главному аэропорту Камчатки закончат в 2024 году. Информационное агентство «Камчатка».